Всем привет, меня зовут Виктор, и мы дальше проходим Dying Light Following. Так, пригород, Грааль автомобилиста. Билал сказал, что мне нужно найти застрявший на шоссе грузовик Силоса. Там должны быть детали, которые можно использовать для ремонта и улучшения моей машины. Блин, правильно, Силоса или Силаса? Силоса или Силаса? Силоса. Ну ничего, в общем, должно быть сейчас увлекательное у нас какое-то интересное приключение до грузовика, да и после тоже. Да и после тоже. Эх, блин, где-то мне надо на мой пистолет бесшумный нарыть патронов. Нарыть патрон... Сука, чуть чертеж не просрал, да? Отлично. Ребят, если вы знаете, где здесь находятся чертежи, пишите в комментах. Мне как-то там человек уже писал. Огромное тебе спасибо. Вот. Я тот чертеж подобрал. Я сейчас, правда, не... Ну, где там... Типа была... Что-то типа вышки там было, да? Там был чертеж. Я его подобрал, да. Я его подобрал, конечно, случайно. Туда залез, узнал, что там есть чертеж. И все-таки в любом случае... Спасибо, что ты про это написал. Ну, а мы погнали Силос. А мы погнали Силос собирать. Ну, как же мы без этого, да? Так, сколько нам? А, вон грузовик, да? А вон Силос этот. Так, а туда заехать можно было как-нибудь? Или... А, вон, где-то оттуда. Где-то оттуда. Ёпты ты. Уж. Вояк. Хреново куча. Ой, стопы, стопы. Здесь, по-моему... Здесь же, по-моему, я проехать не могу, да? Да, вот здесь я не проеду. Поэтому мы сделаем следующим образом. Мы сейчас вот это все обшарим. Да. Бенз соберем. Здесь нихера нету. Навтыкаем вон тем гадом. Навтыкаем воякам, что они так херово воевали, не смогли защитить это чудное место от зомбаков. Позволили себя заразить. За это моя месть будет беспощадна. Мы вот так будем лежать. Так, получи. Получи, урод. Так, ребята, секундочку, надо тут отвлечься. Все, я снова здесь. Сейчас мы вот эти грузовички интересные обшарим. Потому что стопудово у вояк здесь должно что-то быть. У них должно что-то быть. Смазка, да? И что мне? Мне себе что-то надо смазать или вам? А?
лежать. Ты чё? Ты, блядь, это... Откуда? О, слушай, прикольно он... О! Блин, я ему хотел эту... Там типа коленом там... В сапатку дать. А он под люка. Под люка из люка. Так, а чё у нас тут? Дверь не открывается, да? Печально. Беда, печаль. Беда, печаль. Стоп, а куда тот-то улетел я, которому пендель дал? Ну, в любом случае, надо эти грузовички аж прошмонать. Бенз нам пригодится. Ёб твою мать, сколько тут вояк, да? Тут какая-то беда еще. Контейнер. Фолловинг, падла, я не дождусь, я ждать не могу дождаться, когда же наконец уже эта вторая часть выйдет Dying Light'а. Когда же ты вроде следующий год, что-то там январь или январь вроде, в начале года как бы пообещали комплект армейских припасов. Комплект армейских припасов, я не помню, нахера ты нужен, но ты нахера-то нужен. Короче, я тут... О! Смотри-ка, отжали. Фиолетовую какую-то... А, слушай, из автобуса можно что-нибудь вытащить? Опять резина, да? О, подожди, стой. Оп. Вот сюда. Оп-оп. Ну... А, я, блядь, зря. Стой, подожди, чё за беда? Сука, я чё, запорол попытку, что ли? Я-то испугался, думал, там кто-то лезет уже меня бить. Отменил действие. Или оно, подожди, или оно вообще на это... На какой-нибудь магнитной чип-карте? Там же какой-то вон замок модный был. Может, оно на магнитной чип-карте? И поэтому я хер что смогу. Ну, комплект аптечек — это огонь. Так. Что там взрывается-то такое? Страшное, блин. Инвентарь заполнен. Подожди, аж... Ёб твою мать. А что ты такое-то, что у меня там инвентарь заполнен? Самодельная граната. Подожди, а что это за набор армейский такой, что Ты, по-моему, вообще, блядь, не туда. Чё? Падла! Да вставай ты, Крейн! На нах. Ну чё, давай, теперь я готов. Давай. Но. Чё, очкуешь? Да? Очкун херов. Вот и иди нахер отсюда. То есть ты меня чё хотел, сука, хитростью взять, да? У тебя это получилось. Ценой своей жизни. Я вообще смотрел, почему у меня тут... Вот это вот херня. Что это такое, что инвентарь заполнен? Армейская, подожди. Набор ЧС. Набор... А куда ты-то падаешь? А, деталь уровня 2. Аптечка. Я не понимаю, куда она падает. Тут ее не видно. Че, косметичка? Инвентарь заполнен. Ну, блядь, если ты говоришь, что заполнен, значит... Заполнен. Кто я такой, чтобы спорить с игрой, да? Так, подожди, а я раз... Я разве тут никого не убил? Я, по-моему, тут всех. Или я только вояк тут чпокнул? О, а ты там лежишь. Оп.
Оп. На. Вы на меня внимание не обращайте, я тут по-тихому соберу тут. Бенз солью, детали возьму. Типа как бы меня тут вроде и нет там, да, поэтому... Смазка. Сколько смазки, ёб твою мать. Да я здесь всю окрестность могу смазать ей. Там я всю деревню могу ее там эту смазать. Смазка, опять смазка, смотрите. Со смазкой тут проблем вообще нету. Вообще проблем со смазкой нету. Чё? А тут резина, да? Резина. Так, генератор. Чё здесь? Кто-то... А зачем здесь генератор? То есть здесь кто-то обитает, да? И чё мне здесь? Ничего не светит? Не, ну подожди, мне надо хотя бы это... А с этой стороны я почему? Кто-то там базарит, слышите? Кто-то там базарит. Чё, мне тебя убить придется или нет? Или мы с тобой? Вот, черт, извини, не думал, что здесь кто-то есть. Дально... Конечно, не думал, нахальный воришка. Ты не так понял, я просто ищу запчасти для своей машины. Воровать ничего не собирался. Поговорить с этим дальнобойщиком. Если тебе нужны запчасти, ты мог бы их что-то прикупить. Кайл Крейн. Рад знакомству, Кайл Крейн. А теперь слушай сюда. Здесь все мое. Если что-то нужно, я могу продать, но задарма ничего не отдам. Ясно. О, безопасная зона. Ну давай посмотрим, что ты... Смазка. Да смазку я тебе сам продать могу. Знаешь, сколько у меня смазки? Я сейчас посмотрю, сколько у меня смазки. Смазка, смазка. Сколько ж у меня смазки? А где у меня смазка? Ну и как говорится... Ого, я ценности могу на себе... Блять, ну и... Так, тут у тебя детали первого уровня. Тут... Так, а чё, подожди, стой. Самолет. Стой, самолет, и чё? И чё? Так, это сколько ж до тебя? Где ты там упал? Вот, да? Ну-ка. Слушай, это как бы недалеко. Я и не такие... Сука, 300... Соси у тракториста, да? Что-то сперва ж показал 100 метров, или я это... Проглючил вообще там, да? Типа про 100 метров. Беги, Кайл. Беги, Форест, беги. Ну ладно, давай я дам тебе передохнуть. Ты сдохнешь сейчас у меня. Давай, не, давай мы посмотрим сперва, что там такое. Тут же вроде Райса этих-то нету, дураков, да? Зато вон эти есть всякие там блевуны, пердуны, шептуны, там крикуны. Так, тут есть чел какой-то там, да? Кому-то помощь нужна. Ну, блядь. Всему свое время, ребята. Не, ну, в принципе, тот может и сдохнуть. Тот же может и сдохнуть, если я ему не помогу, да? А что, впервые, что ли, сдыхать тем, кому я не помогал? Конечно, нет. Да возьми, ты что ты творишь-то, ёпты, что ты тут паркуришь-то не там, где надо? Так, ладно. А, подожди, это красный дым. Красный дым, и что? И чё, что красный дым? Вышка охотничья. Ёб твою мать. А чё? А, да? Да никуда.
Где ты тут, сука, в кусты спрятался? А, ну вроде показывают, что вы трупаки, да? Сука, одну уже вскрыли. Вот твари. Вот твари. Давай посмотрим, что здесь. Так. Набор первой помощи и комплект апти... А куда я сейчас могу здесь эти наборы первой помощи-то девать, интересно? Я их могу вообще куда-то здесь сейчас... Подожди, вас же четверо вроде было. Ну вот. Раз. Два. Один куда-то здесь улетел, да? Или я... Ой, ладно, сейчас искать вас тут ходить, блин. Попрятались там от меня в кустах. Сейчас я вас тут еще искать буду ходить, типа, да? Так. Подожди, на охотничьей вышке должно, наверное, что-то быть путнее. Только туда надо залезть. Может, какой-нибудь чертежик, либо еще там что-то. Да нет, просто сундук. Просто сундук с нормальной сложностью. Я сейчас наборы честно кому сдать могу? Может, дальше кому-нибудь смогу я их сдавать? Просто так-то нелогично получается. Стой, а зачем вообще сюда военные наборы ЧС? Харанская ударная бита. Ну, тебя, ладно, на запчасти пустим сразу. Харанская ударная. Блин, мне же надо на баге треть деталь поставить, эту третьеуровневую, да? У меня же есть крутая деталь третьего уровня. И вот надо ее поставить на баге. Баги, баги, дай бумаги. Так, подожди, то он говорит, там типа... А это что такое? Гнездо прыгунов. Зачистите. Вот эту давай зачистим. А тут гнездо прыгунов. И пропал человек. Ну, не, ну как бы все логично, да? То есть в гнезде прыгунов пропал человек. А мне теперь надо будет туда сходить и проверить, что это там за человек такой, который додумался в гнездо прыгунов идти. Еще, наверное, и ночью пошел там, да? А, ну в принципе ночью-то и надо туда идти, потому что ночью гнездо прыгунов, оно... Оно... Свободно. Ну, не свободно, оно, вернее, чистое. А вон еще какой-то грузовик стоит. Давай посмотрим. Ночью гнездо прыгунов чистое, поэтому... Да, это хорошо, что он ночью пошел. Но, может быть, он не так... Не той ночью пошел, когда темно, а может быть, той ночью, которая... В общем, перепутал ночь с днем. Там есть же такая болезнь, дальтонизм, да, когда люди там цвета не различают. Может, там есть такая болезнь, когда люди... Не отличают день от этого, от ночи. И вот он пошел. И... Блин, кореш. А, ты лег, да? Ну, раз лег, спасибо. Лег. Я что подобрал тут? А, ну точнее, как бы я тут... Давай. Катрас обыщем. Так, так. С этой стороны, да, бак? Блин, тут практически в каждой что-то есть. Оп. Ты, наверное, хотел обнимашек, да? Ты же обнимашек, наверное, хотел. Ох, а я такой плохой, да? Ну вот, я тебя давай обниму. А ты не таких обнимашек хотел, что ли? То есть не таких? Так, давай вот здесь посмотрим. Да что тут? Бутер какой-то один попадает. Сука, тут эти машины можно бесконечно обыскивать. Здесь столько этих машин. Блин, я ускорение иногда забываю нажать. Не, оптимальнее всего надо эти. Военные джипы обыскивать. С них должна какая-нибудь там... Ништяки какие-то с них должны там падать, скорее всего. А вот почему, который на боку лежит, нельзя обыскать, интересно. Так, ты вообще чё? А, уже забыл, куда шел-то, блин. Сколько тут еще мне? 80 метров там, да? Так, тут... Что это такое? Так, тут нельзя. Где-то на склоне, да, на холме. Там вообще есть какая-нибудь дорога, что-нибудь такое? Хер там, да?
Хер-то там называется. О, вот так. Так, что, я закрыть могу? Так. Давай. Включаем. Ты думаешь, я тебя не слышу, что ли? Вы что, дебилы такие, что ли? Вы, ёпты, думаете, я вас не слышу? Здорово. Так, я что, еще кого-то там не убил? Или что? Или куда-то мне надо подняться наверх? Да? Давай пока не будем спешить. Блин. Там, по-моему, наверх он показывает, надо подняться. Безопасная зона будет на этой башне. Не, ну хорошо, что они как не в это. Не в третьем Resident Evil. Я про фильм сейчас. Когда там зомбаки по вот этим вышкам лазили тоже. Чувак там со снайперки залез на такую. А они до него добрались, загрызли. Все. Снайперка не варик вообще на это. При в битве на ближней дистанции. Дальняя дистанция это само то. А если тебе уже все, прям перед тобой они со снайперки. Не вариант. Скорость низкая просто получается атаки. Так, ну-ка, здесь что-нибудь на крыше есть? А, на крыше просто есть подъем, да, и все. Подъем. Поднем. Как же я обожаю вот эти все тут штуки альпинистические. То есть просто шикардос. Вот тут. Тут кто-то еще лежит, полеживает. Надо проверить все, потому что, возможно, где-то здесь что-нибудь, какой-нибудь ништячок будет. А возможно и нет. Неужели опять на самый верх? Ну, стрелка показывает, типа... Оп. Кайл, ты... Скажи мне, ты... Ты родился дебилом? Ты нахера туда-то сунулся? А? Сука. Мне страшно, блядь, тут игра лезть, а... А ты еще на эти встаешь там по ребрике там стопы, а вот сюда, да? Вообще прям. Так, вроде я добрался. Фух. Все, я добрался. Неактивная безопасная зона. Некоторые из безопасных зон пригорода неактивны, нет электричества. Чтобы они стали доступны, выполните задание Билала «Свет людям». А вот оно что, да? То есть надо свет людям выполнить. Свет народу. А вот, свет людям. Ну ладно. У нас есть задание «Свет народу». Ну хер с ним. Раз надо выполнить... то давай выполним. Давай сейчас наверх залезем. Я не знаю, зачем. Я не знаю, нахера я вообще это делаю. Чё, я, видать, поверил в Кайла Крейна, да, что он такой могучий все
О, тут есть сундук. Есть какая-нибудь тут годнота? А, здесь есть чертеж. Убийственный холод. Ребят, я не зря сюда лез. Давай глянем, что это за убийственный холод. На У начинается, да? У. Ну, по крайней мере, фиол. Заморозка добавляет слабый замораживающий эффект вашим ударам. Слабый замораживающий эффект. Меч ангела, молот богов. Ну, спасибо. Спасибо за слабый замораживающий эффект. Подожди, а как мне теперь... А интересно, если я вон в ту кучу прыгну, я... Ну, я в нее хер попаду просто, в эту кучу. Ёпта мать. Как ты долго скатываешься-то. Так, это неактивная безопасная зона. Неактивная, реактивная. Так, давай посмотрим. Свет народу. А, ну мне надо к Билалу, да, тащиться. Тащиться, время... А, ну мне уже хоть как надо туда тащить, идти. Потому что время уже вечер, вечереет. Блин, я очень надеюсь, что свет народу мне не придется делать ночью. Хотя ночью надо будет вылазки мне поделать все равно. 300 метров бежать. Блин, я вот после Харана вот эти вот, ну, кажется такое, ты смотришь и думаешь, о, так тут рядом, тут вот, считай, за углом. Я все забываю, что здесь, ну, карта-то, она больше, блин, в два раза там. Поэтому, о, так тут аптечки могут еще и здесь быть, да, оказывается. Хорошо. Забываю, что карта больше, и вот, вот это расстояние, которое в Харане там, типа, а, тут вот, за углом. Это, блин, в километр будет. Хотя вот так вот, если подумать, то наполняемость-то она не намного больше. Просто за счет того, что территория больше, поверхность больше. Ну, вот, ну, поэтому нам и баги дали. Поэтому, чтоб можно было... Так, слушай, тут домик какой-то стоит. Стопудово очень трудно открыть, да, нам надо. Так, зомбачел нету. Он тут далеко. Я должен услышать его, как он будет подкрадываться. Так, давай-ка. Нет. Не угадал. Блин, то снова не угадал. Три отмычки осталось. Блять. Ну, помоги, подфарти. Где ты тут? А, вот. Чудесно. Порадуй. Рад. Рад. Безумно рад. Дом. Блин, мне вот... Надо сейчас его обыскать, потому что потом просто неохота будет сюда как бы возвращаться. Давай включим свет. Времечко-то еще есть у меня там, в принципе, сколько мне метров осталось? 105. Ну, 105 я даже ночью пробегу. Я 105 даже ночью пробегу. Так, что здесь? Халва. Ну, ой, я что-то про подхил-то забыл совсем. У меня уже хпшек вон там. Увлекся, блин. Увлекся игрушкой, про хп забыл совсем. Так, все? А, нет, подожди, не все тут. Не... Ну, вот тут в шкафу что-нибудь есть? Нету. Ладно, сюда. Ребят, я тут, кстати, натолкнулся на игрушку. Эликс называется. Вроде правильно прочитал. Это от разработчиков Готики и Ryzen 3. И как-то она мне вот прям симпатично, интересно. Ну и скажите, было бы вам интересно посмотреть прохождение этой игрушки в моем исполнении? Потому что она что-то сейчас на сегодняшний момент там 2 косаря стоит. Ну, сами понимаете, как бы я... То есть купить за 2 косаря игрушку, которую потом смотреть никто не будет.
Так, а здесь что такое красное? Ну, зомбаки, походу, да. Ну все, у меня уже время на исходе. Ребят, извините. Сегодня вы останетесь живы. Опа, смотри-ка, как я прям пунктуален. Так, серп пригорода. 700. Кусторез, балда. Зверюгу продаешь. Да давай купим. Чё нам? Чё нам стоит кабанам? У нас бабла там вон это. Чё ты там сказал? У вас что за привычка говорить, когда я это... Когда я не могу даже прочитать, что вы там говорите. Очки ночью удваиваются. Не, ну это, конечно, огонь. Давай мы с этим поговорим. Окраски. О, подожди, НПЧС. Это ж я могу вот этому, да, ему доставлять. А сколько у меня сейчас очков-то, навыков? 42, а надо 110 тысяч. А насколько я помню, в инвентаре у меня их всего... Всего 4. Но это максимум, где-то я 40 тысяч получу. Нет, смысла нету. Подожди, а я с ним, получается... Найдите изолятор на электровышке. 100, подожди, а... Свет народу. А, все понятно. То есть он сейчас меня будет по вот этим штукам гонять там, да? Типа, сходи туда. Привет. Ух ты, а ты что тут сидишь, скучаешь? Тебе не скучно тут одной? Может, мы это, что-нибудь рядышком приляжем? Нет? Не хочешь? Ну, ладно, пойду. Пойду один прилягу. Видишь, у меня тут тоже есть кроватка. Так, тайник игрока. Ну, тут мне нечего взять. Не, ночью я однозначно на эту вышку не щеману, потому что я... Потому что я очкун. Вот и все. Потому что я очкун, я ночью на эту вышку не щеману. Так, мне сейчас надо мою тачку призвать. Где ты тут? А, стой, ты где-то снизу, да? Снизу где-то, там же снизу ты призываешься, ты... А, вот. Все хорошо. Так, пойдем мы сейчас свою колымагу попробуем апгрейднуть. Охренеть. Единственная дырка на крыше, и ты и Тому. То есть вы мне спокойно не дадите, да, моей машиной позаниматься? Но вы же понимаете, что мне придется в этом случае вас всех убить. Да я тоже рад тебя видеть. Я тоже рад тебя видеть. И ты, да, здорово. Давно не виделись. С прошлой серии. Все? А, подожди, это заправить. Все на фулку, да, заправлено? Это хорошо. Теперь давай подсказка. Чтобы починить поврежденный... Так, ладно, мне зачем чинить? А, так, а что у меня есть? Персонализация. Подсказка. Зачем мне персонализация? Мне нужно... А, так, 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 выбрать. Нет, это не то. Не то. Блин, где у меня третий... А, во. Смотри, третий уровень. Ну, хоть двигло у меня теперь третьего уровня, да? Так, и что нам теперь надо к изолятору на крыше? Поехали. Испытание крушитель. Я не хочу никаких испытаний крушитель. Ни крушитель, ни потрошитель, никаких. Потому что меня это бомбит дико. Все ваши вот эти испытания, когда я там фейлюсь.
Красавчик. Чемпион. Лучший. Лучший просто ты. А, найдите изолятор. А, все, да, дальше кошка не работает. Чудесно. Кошка дальше не работает. Так, а с моста там никак. Так, давай мы, знаешь, что сделаем? Мы сейчас попробуем по мосту и через эту. Через кошку сразу там наверх залезьте. То есть получится так четырнуть, нет? А, тут еще бензик можно взять. Так, это ж, по-моему, вот в этих фургонах там какой-то здоровяк сидел, да? С которым я хотел там разобраться. Ну, ты такой прям бесстрашный, разобраться со здоровяком там, да? Это, конечно, еще надвое сказано разобраться. Ёптать, вы что, снова тут ожили? О! Какую-то фиолетовая какая-то херня попалась. Прикольно. Каждый день я... Вот в этом, конечно, херовасто. Херовасто вот в этом плане, что... А, вот, без... В плане... В плане того, что ты их облутал, а они снова появляются. Вот это вот прям вообще не алё. То есть это прям бесконечный лут. Прикольнее было бы, если бы ты уже облутал, и уже бы все. Хер тебе, да? То есть это бы прям на выживалку бы прям очень сильно смахивало, что типа ты бы рыскал в поисках этих ресурсов, а сейчас получается вот моя жадность, сука, меня сейчас, знаете, как коребит, что я типа там столько машин осталось, которые я сейчас не облутал. То есть меня прям вообще подмывает, но пойти их все опять облутать. Но вы сами понимаете, что ёпта, здесь можно чисто записывать часы серии о том, как ты лутаешь все вот эти вот автомобили. Ну и кому это будет интересно смотреть? Ну, вообще никому, да? То есть вот в этом плане, конечно, вот в этом плане, ну, вот эти-то я не лутал, поэтому я их лутаю, а те армейские я уже лутал. Хотя разница какая, да, что? Опа. Хитрый какой там, да? Ты меня видишь, что ли, или чуешь, или как ты там? Как ты... Все, я сейчас полезу на эту, на электровышку. Этот мудак меня там что-то кидает. О, Катрас. А нет, я тебя обыскал. Вот. Вот сюда, на вышку. Ну. Вот, ты можешь? Нет, ты не можешь. Сука, если я тогда с разбегу... Давай мы тогда попробуем прыжок веры, да? Фух! Ну, с богом. Опа. Так, Кайл, ты куда вообще, блядь, полез? Сука, я остановиться просто боюсь, а по причине того, что... А как мне понять, какие целые, какие нет? Раз. А все, этот, смотри, этот я не могу активировать. Фух, ребята, ёб твою хири-хири. Не, я, конечно, не скажу, что я прям уж очень-то и боюсь высоты. Да? Ну, так, этот второй сюда упал. Подожди, мне... А сколько мне их надо? Может, мне этих уже хватит? И мне нету смысла дальше там что-то искать. Так, а знаешь, что мы сейчас попробуем?
Да вот хер-то ты догадаешься, что мы попробуем. Ты, наверное, так и подумал, да? Я, короче, все-таки попытаюсь все два, по крайней мере, сюда падает где-то, надо будет искать. Падают в землю так, что не видно вообще, что там это. Ху. Ху. И вот так. Так, ладно, теперь мы... Слушай, сработало. Хорошо, хорошо. Хорошо. Сейчас мы в эту кучу говна падаем. Отскок. Втащили. 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 А, ну он показывает, что вот где-то лежит. Нормально хоть это. Вот за вот это вот современным играм спасибо. Что вы это... Да. Что показывает. Так. Что показывает, что здесь что-то лежит. Так, а вот здесь же тоже где-то падало там, да? Здесь же... Или все я... Бэт... То есть все, да, здесь получается. Но он же где-то вот к машине падал. Показывает, что нет. Встретись с Али. С Али. С Али. 2 километра до Али тащиться. Повышен уровень вождения. Куда еду? Сука. Еду, как будто дорогу знаю, да? Так, ЛМ, слышит меня кто-нибудь? Да, есть кто живой? На помощь, мы в ловушке, мы в доме возле реки. Что вы там делаете? Я застрял здесь с 2 детьми, прошу, ответьте, умоляю, помогите нам. Мы застряли здесь, я и 2 детей, сами нам не выжить, мы в беде, умоляю, помогите кто-нибудь. Чувак, я за рулем, хватит базарить. Блин, это вода. Я думал, поле. Да-да, вода существует. Я вчера читал комментарии про жижу.
без вас-то тут никак, да? А чё ты не это? Не сдох. Полный комплект к автомату. Хорошо. А, то есть у меня на фулку ты заряженный, да? Синтетика. Груз отобрали? А чё за груз? Полный комплект, полный комплект. Очень трудно. Ну, тут, наверное, что-то будет это, да? Прикольненько, если очень трудно. Ах, ну и это прикольненькое. Еще умудриться надо. Вскрыть. Просто это армейские сундуки, и в них должно быть что-то прям... ништяковое прям должно быть. Вот сейчас мы это и проверим. А, это силос, силос. Силос. Деталь сцепления третьего уровня и зверюга. Вау. Вот это да. Ой, тут еще что-то есть. Да, у меня одна отмычка осталась, поэтому... Так, надо отмычек сделать, кстати. Пока тут более-менее спокойно. Инвентарь заполнен. Слушай, чем ты у меня заполнен? Что это за... за хуйня такая, что у меня инвентарь заполнен. Так, давай отмычек сперва сделаем. По 5 штук делается. Что это за херня-то там такая? Инвентарь заполнен, инвентарь заполнен. А я в инвентаре посмотреть не могу, где это лежит. Так, в общем, сегодня надо будет нам народу дать свет. Свет народу дать. Чтоб народ без света не сидел. Они же верят, надеются, ждут. Встретиться с Солиной электростанции возле плотины. Так, тут... инвентарь заполнен. Это моя багги раздроченная стоит. А вон там... оба-на. Вот тут-то на баге было бы, конечно, само то, да? Блин, я думал, там прохода нет. Так, электростанция. А где? Куда? А, вон туда, да? В смысле пусто? Нормально. А чё вот в этих? Вот для чего стоят такие вот эти сундуки? Чтоб я просто пошумел, зомбаков отвлек, что ли, или чё? Блин. Я не понял, там... почему проход там нету? А, вон, блин.
Так, давай тогда хильнемся. Чувствую, сейчас придется охранять этого Али. Дуралея. Что происходит, черт возьми? Будь я проклят. Это же Крайн Крейн. Рад тебя видеть. Ты про это? Это благословение матери. Один из безликих. Он один из безликих. Я хочу у него кое-что спросить. Не смей его беспокоить. Разве ты не понимаешь, что это его молитвы защищают нас? Ладно, тогда не буду ему мешать. У меня тут для тебя кое-что есть. Белат шлет свой привет. Ну так что? Раз уж ты спросил, да, когда это старье отказало, должно быть вырубился главный коммуникатор, его надо включить, а коммутатор. И где он? Внутри плотины. Я тут уже почти закончил, так что чем быстрее все сделаешь, тем лучше. А, да? Слушай, как я сам не догадался, что главный коммуникатор внутри плотины? Оу, а это что там такие за рыки? Это что там за рыки такие прям? Чудовищные. То есть ты что ли? Здоровый? Ну чё, бугай? Как тебе, когда не из-под тишка-то нападать? Не очень, да? Не алё совсем. Бенц, так. Давай запчасти посмотрим. Давай посмотрим запчасти. Так, надо включить, используйте главный рубильник. Давай закроем. А ну, в надежде на то, что через закрытую зомбаки не проберутся. И если что, я смогу использовать огнестрельное оружие. Подожди, где главный рубильник? А, то есть надо еще вот туда пройти, да? Ох ты. Не нравится мне это. Ё-моё! Как же я по тебе скучал. Ты меня чё, блядь, через стену, что ли, ударил? Нихуя ты читер. В смысле? Ты охерел, что ли, блядь?
Так. Куда бегу? Зачем бегу? А, типа я ищу выход наверх. Да? Так, ты, блин. Ты не открываешься. Стой, подожди, а чё? Чё, цветная какая-то? Что это за херня? Ну, тут ничего нету. Кроме зомбаков. И их трупаков. Фу! Фу! Вы чё? Вы чё? Так же нельзя пугать. Фу, блядь. Хорошо, что я без вебки играю. Сейчас бы там ржали вы как эти. Ёптать, как я тут это, вздрагиваю. Так, а чё, получается... Получается... А у меня есть коктейль Молотова? Ну мне, у меня же должен быть коктейль Молотова. Поджарьтесь, уроды! Сейчас подождем, пока вы тут сжаритесь все. И посмотрим. Все, вы сжарились, нет? А, ну этого мы вот так... Умотаем. Мне непонятно, как нас этот хренов... Что-то здоровяк прям какой-то здоровый там, если... Ну, если вот серьезно. Прям здоровый здоровяк какой-то. Я не думал, что он будет такой здоровый. Блин, а потом окажется, что надо это. И что? Здесь... А здесь можно дверь закрыть? Нет, нельзя, да? Кошмар Хоумранера. Кошмар Хоумранера. Ну, так. Сюда. Здесь. Так, теперь мне вопрос. Как мне наверх? Как мне вернуться наверх? А я что-то этого... Не... Где провал-то был, в который я упал?
сюда, сюда. А, вот он, да? Так. Деловая колбаса. Проверяем, заряжена ты или нет. Блин, попадает, попадает. Блять, у меня патронов уже не осталось. А, подожди, стой. Сука, да что ты такой бронелобый-то какой-то? Блин. Все, наконец-то. Шлем наконец-то расхерачил ему. Теперь осталось попасть в голову несколько раз. Попал. Прилетело, блядь, мне в лицо. Плюха. Ладно, не спеши, ёптать, не спеши. Понятно. Там, блядь, груз сбросили, а я здесь с этим вожусь. Полудурком. Так, надо вот так сделать. Так, мне надо стрел рейнджера тогда. Обычных стрела рейнджера. Давай. Потому что с этими, по-моему, каши не сваришь. Давай еще разок. Все, наконец-то. Сука, тут сейчас только стрелы будешь с полчаса собирать, блин. Охереть, тут стрел, да?
Все, инвентарь даже заполнен. Так, и что здесь? Или как здесь? Стой, я. Я что-то не понимаю. Подожди, ну и... Ну вот же ты мне показываешь. Ну... Вот теперь ты показываешь, что мне надо вниз спуститься, да? А как? Чё? Ну вот же. А, или подожди, может где-то здесь? Ну нет. А, стоп. Вот, ёп. Стой, подожди, я мог его просто... Я внутри, щелкаю рубильником. Отлично, вот только не сработало. Почему? Еще и выключатель трансформатора, он должен быть где-то рядом. Прошу, поторопись. Используйте главный рубильник. Используйте выключатель трансформатора. Используйте выключатель трансформатора. Кайл, не дури, а. Не дури. Все, слезь сюда. Это где-то здесь? Ну что там? Близкий говорит, что время на исходе. Прошу тебя, поторопись. Да иди ты нахер. Груз отобрали. Все, я включил. Алло, Крейн. Безликий сказал, что нам пора уходить. Я не смог закончить работу. Поторопись. Вернитесь к Кали по канализации. Так, по канализации... В смысле по канализации? Это вот через вот то, что я там... Вот здесь вот бегал. Теперь мне сейчас надо там еще разок пробежаться, да, то есть? Вы, конечно, офигенно придумали, что я вам скажу. А здесь же не было прохода. И там дальше вроде не было прохода. Но здесь вот тупик. Блять, а где? Тут тоже не пройти. А где я должен вернуться? Через какую кан... О, теперь это активно стало. Хорошо. Открывай, давай, мне уже возвращаться пора. Крейн, я успел спрятаться, но Безликий остался снаружи, и я не знаю, что с ним. Кажется, все плохо. Все плохо с Безликим. За Безликого! За Безликого! Сейчас. Сейчас все будет хорошо. Все. Повышение уровня. Живучая падла какая. Все, да. Безликий сдох. Не выйду, пока там не станет безопасно. Скажешь, как все утихнет. Теперь все в порядке. Что случилось? Не знаю, он просто сказал, что уходить надо немедленно. Привел меня сюда, затолкал в дверь и запер ее. Он погиб. Благослови матерь его душу. Али, ты говорил, что надо еще кое-что доделать. Ага, все почти готово. Осталось щелкнуть парой переключателей. Я посторожу, пока ты будешь работать. Готов? Ага, вперед. Чем быстрее все сделаем, тем лучше. Ух.
Так, что мне теперь? Оборону держать? Защитите Али. Али, ну... Подожди, а от кого мне тебя защищать-то? Я уже тут всех давно поубивал. Почти закончил. Все понятно. Все-таки кто-то сейчас будет на нас тут покушаться. Я тоже так умею. Али! Али, вот ты конченый мудак. А где Али-то? Слушай, у меня такое чувство, что им до Али вообще похеру. То есть мне защитить Али, это значит просто бегать. Да? Вообще отлично, поняли? Я сейчас только все очки просру, блин. Мне нужно еще маленечко времени. Вот и вся защита, да? Вот. По сути, так-то ничего сложного. Ты просто, как всегда, затупил. Кажется, готово. Да ладно. Когда я 19 тысяч очков просрал, ты говоришь, готово, да? Спасибо тебе, Али. Электричество. Пока свет горит, будет то оборудование настолько древнее, что, короче, ничего обещать не могу. Тогда я пошел. Ты идешь? Нет, здесь ведь теперь безопасно, так? Так что я лучше задержусь и осмотрюсь. Надо убедиться, что свет не отрубится сразу же, как я уйду. Теперь вы гость. Теперь я гость, поняли? Это вам не хухры-мухры. А, и 10 тысяч очков, да? То есть 18 просрал, 19. 12 тысяч заработал. Ну, а почему бы, собственно говоря, и нет там, да? Так, вот. Сейчас мы соберем дроп здесь. Ну что, ребят, я тогда предлагаю на сегодня закончить с этой серии, да, то есть так сегодня много сделали, то есть много интересного. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, и всем до новых встреч!